магии Рафаэль. Прочитает мысли, увидит насквозь, сотворит невозможное на ваших глазах в комедийном гипноз-шоу «Чудо-феномен». ДК Пушкина, 4 октября. Здравствуйте, наши новости на Пушкинском телевидении. Я Инна Полуянова. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Подмосковье с неизвестной стороны. В честь профессионального праздника в ВУТИСе устроили квест-выставку. Праздник на природе. Студенты Института технологии туризма провели тур-слет. Музей живет памятью. Тройной праздник отметили в Пушкинской 5-й школе. В пятницу в Иркутске стартовала неделя туризма, приуроченная к профессиональному празднику. Во всем мире День туризма отмечается 27 сентября. Праздник проходит в год 85-летия Московской области. Поэтому основная экспозиция «Бренды Подмосковья. Известные и неизвестные» была посвящена родному региону. На событии побывала наша съемочная группа. Эрбот, скажи, а кем ты работаешь в этом университете? Я экскурсовод. У нее вкус совершенно другой. На территории какого поселка или района ты живешь? Вот сейчас. В Пушкинском. Ну, садись пять. А тебе нравится Иркутск? Конечно. Меня тут любят. Тут интересно. Вы нам расскажете про этого рода, куда как его создали, вообще какие функции, я не знаю. Нас считался девочкой, но он самостоятельно меняет свои голосовые настройки и становится мальчиком. Это абсолютная правда. То есть он отказывается разговаривать женским голосом. Поэтому вот на сегодняшний день у нас два мальчика в университете. Он занимается тем, что проводит экскурсии по лабораториям именно факультета сервиса. Также он может проверять посещаемость студентов, может сразу их отмечать на электронном портале. Ну и, конечно, он просто любит общение, он общается с нашими студентами, они получают массу удовольствия от этого. Тищинский район славится продукцией завода «Метровагон». Сколько лет Московской области? Много. Идея этой выставки родилась не внезапно. Все дело в том, поскольку наш вуз является ведущим в области туризма, то вся наша научная работа и научная деятельность связаны с поиском путей развития туризма, особенно внутреннего туризма. И мы понимаем, что одной из важнейших основ развития туризма как раз является брендирование страны в целом и региона в целом. Разумеется, интерес прежде всего возникает в отношении того региона, на территории которого расположен и функционирует наш университет. Дело в том, что там жил Яков Брюс, известный очень человек, который считался чернокнижником. Мы посмотрели, что есть бренды, которые известные, знаменитые, о них знает весь мир, и это очень приятно. Но с другой стороны, есть некоторые бренды, которые действительно могут быть настоящими брендами, но о них, к сожалению, мало кто знает. Мы сами имеем довольно много брендов, которые мы бы хотели показать всем гражданам не только Российской Федерации, но и тем, кто приезжает к нам по системе туристических компаний. Потому что очень хочется, чтобы все, что имеем мы на нашей земле, было доступно для других. Но одним из брендов, я должна сказать, Александр Алексеевич является наш Иркутск, уважаемый. И, конечно, одним из интересных брендов является стилизованная под фоторамку кусочек кинопленки, в которой вставлены фотографии из тех фильмов, которые в том числе снимались на территории Подмосковья. Участники и посетители нашей выставки могут с удовольствием увидеть, что среди фильмов, которые снимались на территории нашей Московской области, есть и «Гусарская баллада», и фильм «Ко мне Мухтар», и «Вокзал для двоих», и много других прекрасных фильмов.
Международный туристический слет не остался незамеченным и для Института технологии и туризма. Они не изменили своим традициям и в 11-й раз провели туристический слет на Скалбе. Запах костра и задор соревнований. Об этом в течение всего года мечтают все студенты и преподаватели. Подробнее Анастасия Спирина. Конечно же, это пропаганда здорового образа жизни. Вот. Это прежде всего, потому что наши ребята должны быть сильными, здоровыми. Не секрет, что сейчас многие молодые люди страдают здоровьем. Вот. И поэтому, естественно, вот такая вот у нас цель. Учат буквально с первого курса. Мы сейчас проводим, так сказать, тренинги, проводим дополнительные занятия с ребятами, особенно перед 27 сентября, потому что все-таки кто первокурсник, они приходят, у них есть всего лишь месяц, чтобы этому всему научиться. А после этого, собственно, здесь мы у них так сказать, принимаем экзамен, грубо говоря, и дальше уже мы планируем то, что мы будем ходить в походы с ними. Это хоть и трудно, но интересно приготовить. На костре это все очень вкусно, достаточно получится, но думаю, что даже лучше, чем просто так дома. Потому что как бы, еда, может, с запахом костра пропитается, как-то уже понимаешь, что вместе со своими ребятами готовишь. Вот четвертый раз приехали на туристический слет. Первый раз наш приезд закончился неудачно, но сейчас каждый раз мы совершенствуемся. Дважды мы занимали третье место в общекомандном зачете. Были первые и вторые места по разным видам. Ну, ребята очень активно готовятся к туристическому слету. Во-первых, проверяют свои умения и навыки в туризме, ну и, соответственно, формируется определенный коллектив. В день туризма, именно на 27 сентября, нам погода благоприятствует. Вот смотрите, солнышко, да? И даже в прошлом году был с утра дождик, и вдруг к началу студенческого слета у нас появилось солнце. Мы считаем, что даже солнышко вот, способствует тому, чтобы был проведен этот праздник. Атмосфера, конечно же, вот это вот сплочение коллектива очень идет большое. То есть, ну, именно вот это вот все, то, что вот есть движение какое-то, вот это, эстафеты. То есть, ну, это очень здорово на самом деле. Во-первых, это целый день на природе, это свежий воздух, это хорошая компания, это дух соревнований. Это хорошие впечатления, хорошие эмоции. Открытие нового помещения для музея туризма и краеведения в 5-й школе тоже выпало на 27 сентября. Из этого события сделали настоящий тройной праздник и собрали бывших выпускников и лучших друзей. Об этом смотрите наш сюжет. Наконец-то наш краеведческий музей
обрел постоянное свое пристанище, место, комнату, рекреацию, где будут проходить выставки, где будут проходить встречи, экскурсии. Это место нашей работы, работы наших детей. Это место, душа школы, пятой школы. Это музей туризма и краеведения. Когда мы начали думать о музее, мы не знали, как его назвать. И мы поехали к директору Пушкинского музея, муж влюблен в Пушкина, и поехали мы к Крейну в Москву. Стали с ним советоваться. И вот после всевозможных рассуждений, множества, мы назвали музей туризма и краеведения. Почему? Потому что мы не зациклились только на Пушкино и Пушкинском районе. Так как мы детей возили по всему Советскому Союзу, то мы решили собирать весь материал, чтобы дети знали большую страну. Изначально музей был в другом помещении, оно было маленькое, было очень... Папа постоянно печатал свои воспоминания и записи дома. Вот, очень много делал выступлений на радио, очень много давал публикаций в газеты, в «Маяк», в «Загорскую газету». Естественно, мы все это видели, мы это все вместе, так сказать, переживали. Я очень им благодарен. Они мне дали такой настрой на жизнь, что хочется еще раз вас поздравить. На сегодня это все новости. Я с вами прощаюсь. До встречи на Пушкинском телевидении.